Сегодня я, как старший участковый данной территории, получил заявление от гражданки Волковой по факту высказывания в ее адрес угроз с применением пистолета неизвестным мужчиной. Все это происходило в районе поселка Мстихина, улицы Горной. По данному факту сейчас проводится проверка в порядке статьи 144-145. И по результатам данной проверки будет принято процессуальное решение. Либо будет дело возбуждено, либо отказной материал. Заявитель будет уведомлен надлежащим образом.